Я тоже сказал, что не сказал, что ты сказал, когда работал, пока идет следствие, чтобы попросить вас в домашний арест. Так, вот и вопрос от защитника. Защитник, у вас вопросы имеются? Нет, не имеется. Так, прокурор. Вопрос нет. Так, так просто поясните, место вашей работы. Место? Где проживали? Вы не меняли ли место проживания в течение последних лет? Нет. А с кем проживаете? С супругой. Состав семьи? Четверо. По поводу судимости, можете пояснить? У вас были судимости? Да. Они погашены, нет? Да, да, погашены. Пока. Ваши близкие просто не верят в то, что вы виноваты. Вы в полном объеме признаете обвинение? Вы зачем?